Здравствуйте. Вот пришла уточка. Я снять, как она на своих яичках сидит. Вот там она сидит на своих яичках. Сейчас мы где-то. Вот она сидит. Я ее сейчас прошла. Такое место плохое забралось. И прошла, не заметила. Ну вот она тут сидит. Греет свои яйца. Яички, чтобы вывести птенцов. Плохое место забралась, конечно. Ну вот так вот ее судьба занесла сюда. Так что когда ходите по лесу, посмотрите. И вообще по природе, чтобы не навредить. А то я шла с такой палкой, палками. Вот мне показывают мои палки. Вот они мои палки. Две палки, палки, палки. Вот, видите мои палки. Вот доходные палки. Не могу даже показать. Я чуть ли их не дотронулась до нее. Так что вот, думала, что она уже ушла отсюда, но где она там идет? Это ее работа. Накидала там себе всякого тепленького. И теперь будет ждать, когда яички. Но не боится. Надо мне выбраться отсюда. Выбраться отсюда. Вот я еще покажу ее поближе. Либо она не испугалась. Вот. Не испугайся. Ну все.